Ребята, всем привет! С вами Илья Макаревский. У меня так птицы сегодня классно поют. Здесь. На строчке. Вот так вот, да. И, короче, это самое. Получается, неделю. Нет, не неделю, 6 дней мы на стройке. И вот сделали, в принципе, уже конек бросили. Две доски с 200. Ну, прикрутили вот на болты, там болты вам видно. И, короче, вот стропила начали делать. Здесь, значит, все пропустили. Здесь тоже начали делать. Здесь уже пойдет на вытяжку. Вот эта вытяжка идет, получается. И на вытяжку тут уже по-другому все идет. Это бревно, как вот это вот. Мурлат называется. Во, как она называется. Помню. И вот, получается, здесь у нас тоже. Здесь сделали. Здесь окно будет врезаться полностью. Сегодня здесь провели. И вот опосля уже ближе к вечеру сделали здесь балкон. Вот так вот это все выглядит. Хреново без лесов, так сказать, работать, но сделали. Продолжается стройка дальше. Идем дальше. У меня птицы хорошо поют, красиво. Ладно, ребята, вы смотрите, а я погнал. Надо уже отдыхать сегодня. Вот такие дела. Всем пока.